Так. Ну что, друзья, надеюсь, вы все узнали. У нас в гостях сегодня на моей знаменитой площадке Анатолий Долецкий, самый сильный пожарный России, прилетел из города Находка. И сегодня мы вместе с ним будем тренировать хват. Будем тренировать хват. Очень много просьб, чтобы показать вот там мои залы, как я тренирую хват. Толя тоже приехал, говорит: Николаевич, давай хват потренируем. По-любому. По-любому, да. Так всем что... привет. Всем привет. Смотрите за нами. Мы поехали. Видео такое любительское. То есть принимайте как есть. Все, погнали. Погнали? Погнали. Ну, давай что-нибудь еще классное. Рубани. Мой любимый элемент. Проходка в горизонт. Давай. Все, хватит, пошли тренироваться. Значит, начинаю тренировки с разминки. Разминка, видите, у меня вот очень толстый турник. Раньше на нем подтягивался, сейчас, ну, под настроение, я просто на нем вишу. То есть мы разогреваем кисть. Мы взяли кисть и засекаем время, просто висим. Толик, давай, попробуй. Можно вот так. Ну, можно так, да. Какой у тебя личный вес сейчас, Толик? 91. Так, двигаемся дальше. Кисти размяли. Передвигаемся в секретный зал в гараж. Кстати, как тебе моя площадка, расскажи? Очень необычно. Мы когда проезжали, я сразу понял, что это не классическая воркаут-площадка. Это что-то особенное. Мне очень обратил внимание на толстые трубы. Ну и вообще необычное такое строение. Ну, пока впечатления только классные. Здорово. Сразу видно, что мастер работал здесь. Вот этими ручками с друзьями варил все. Все, двигаемся дальше. Вот мы и пришли. Что, Толь, как? Я в шоке, конечно. Это вторая наша площадка, локация. И мне уже это нравится еще больше, чем первая. Так, ну что там, бери в руки, не стесняйся. Да, надо чуть побольше. Не стесняйся. Не-не-не, мы начнем с маленького. Мы начнем с маленького. Все, потихоньку тут. Я чуть-чуть, я готовился к встрече, братцы. Готовился к встрече, немножко поубирал тренажеры. Чтобы нам не мешали, мы будем работать. Следующая часть тренировки, после того, как мы разогрели кисти, мы работаем с булавами. И потом немножечко бревна. А потом поднимемся еще в один зал. Ну что, нравится тебе все тут? Да. Это страшный человек. Кстати, мы продолжаем разминку. Что ты здесь видишь? Давай, иди сюда. Я вижу опять. Да, но он вращается, брат мой. Итак, давай аккуратненько. Один подход на максимум делаем. Я посчитаю. Можешь ножками встать на столик, чтобы не сорвать кисти, да. Вставай, ничего страшного. И отпускайся. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Прыгай уже, все, ты замучил. 61. Ну, запас был хороший. Ну, запас конский, конечно. Я столько не провешу. Давай, прям не разрывая видео, подержи немножко. Я чуть-чуть возьму, можешь мне посчитать в голос. Ну, у меня и вес конячий, посади с тобой. Посчитай, что ли, голос, да? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять. 35. И вес 115. Ну, здорово. Значит, еще... братцы, смотрите, это вращающийся турник. Скажу вам честно, что столько, сколько провисел. Ну, блуд, Витя, круто повисел тоже здесь, да. Блуд круто очень повисел, но... Ну, ты конь. Все, продолжаем тренировку. Итак, братцы, греем кисти. Греем кисти. Кисти греем следующее. Самое главное, смотри. Я держу локти плотно прижатыми. И вот поочередно... Плотно жал, смотри, практически только кисть изолирована. Да. Прижми локти прям корпус. Мы поделали. Потом одно усилие влево. Локоть прижимай прям корпус. Чтобы не отлетел локоть.
Очень интересно. Влево-вправо поделали. Влево-вправо. Да, глубиной хвата ты можешь регулировать вес. Чем ниже взял, тем тяжелее вращать. Теперь смотри, берем вот так. И делаем вот такую пронацию. Или супинат, я не помню уже. По очереди лево, право. К локтю лево, к локтю кисть. Только кисть, рука на месте. А теперь вот что делаем. Смотри, представь, что это молоток. Мы разгоняем резко, как будто забиваем гвоздь. И резко тормозим. Смотри, главное не попасть по голове. Возьми по центру примерно. Мы берем и раз, вниз, два, как будто гвозди забиваем. Ускорение поймал, ускорение поймал. А теперь гвоздь за головой, туда. Раз и поймал. Самое главное, попади по голове. Разогнал и поймал сразу. Ускорение дал и поймал. Чувствуешь, да, как кисть работает? Назад. Назад и поймал. Назад и поймал. Назад и поймал. Хорошо. Пошла рука восьмерка. Вот просто. Одна рука. Раз, восьмерочку. Влево. Вот. Не круги. Не круги, брат. Восемь. Крутим восьмерку. Вот как мунчак. Детство крутил мунчака. Ага. Проблема. Вот, вот. Восьмерочка теперь вот этой рукой. Я начинаю заворачиваться. Да, 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 да. А локоточек прижат. Мобильности не хватает. Понимаю. Добрый день, ребят. Здравствуйте. Вот, работаем. А теперь, смотри, вот что я дальше, я чуть-чуть отойду. Вот у нас две такие булавочки, и у меня ножки уже, я встал плотненько, и смотрите, пошла восьмерка вот такая. Вот восьмерочку влево, восьмерочку вправо, восьмерочка снизу, сверху, и тут уже кисточки, и все тело включилось. Ну это надо учиться. Это надо учиться, у меня не получится. Да, ну просто вот ты саму суть уловил. То есть мы размялись, теперь мы берем... Обычно я делаю по 2-3 подхода, но поскольку мы сегодня у нас много впереди всего, то мы будем чуть-чуть так в темпе работать. Дальше. Смотри, берем. Бери, я тебя взял. Ты, парень, здорово, вытянешь. Итак, смотри, мы делаем вот такое движение. Раз, прокрутил и вывел. Вниз инерционно и вывел. По инерции вниз и тут медленно за счет силы вывел. Так, изначальное положение. Я сейчас нарисую первый раз. Она идет, держи крепко. И, да, смотри, ничего. Потом взяли. Раз. И как будто из-за спины и выводим. То есть раз вывел перед собой. Перед собой. Потом опускаешь вниз. И из-за спины выводишь. Давай попробуем. Интересно. Ты почувствуешь, как сейчас кисть работает. Раз. Поставил. Поставил потом. Теперь сюда. Она отсюда. И теперь силой выводишь медленно. И подержал. Опять вперед. Пошел спереди. Не-не-не, не спеши, дорогой. Вниз сюда. Давай. Раз. Теперь за спину. Два. И силой вывел. Опять уронил. Вывел. Сюда вывел, вывел вперед, да? За спину. За спину. И отсюда вывел. Очень сложно. Ну, вот чуть-чуть отдохни. Давай, давай мы его сделаем тогда попроще. Значит, я ребятам еще покажу. Можете освоить это несложное упражнение. Вот оно такое. Самое главное здесь сделать все очень медленно. Стань чуть поближе, потому что камеры не хватает. И забиваться руками. Ну, во-первых, это мобильность. Во-вторых, работает все тело, не только руки. А в-третьих, это и за спину раз и вывел спокойно. Раз, координация. Да, и ничего, освоишь. Их можно ставить, давай, их можно делать. Иногда я беру, просто я тебе делился с тобой. Вот раз, сюда, раз. Сюда. И пошел. Теперь мы делаем чуть-чуть другое упражнение. Вот, можно вот сзади. Объем. Раз. И два. Еще раз смотри. Берешь вокруг себя. Обвел. Выпрямил руку. И выпрямил еще раз. Бери руку. Обводи вокруг себя. Теперь вперед. Выпрямляй. И еще раз прокрути вокруг кисти. Кистью просто прокрути. И еще раз выпрямил. Прекрасно. Опять вокруг себя обвел, выпрямил и кистью еще раз. Не ударь себя, да. И выпрямил. Ближе к телу иди. И кистью сработал. Смотри, нет, ты просто, ну это же непривычное упражнение. Что мы делаем? Мы максимально близко, вот мы растянули все. Мы все растянули. Потом смотри, я выпрямляю, связка пошла. Потом я руку сложил
И еще раз связь хочу добавить. Чтобы она не стояла, вот она должна быть и сильная, и эластичная. То есть это спасает от травм. Ничего, потихоньку. Значит, давай и финальное упражнение сейчас мы сделаем. Ты парень здоровый. Я негодяй. Не, давай попроще. Подлетаю все. Ну, нет, давай еще попроще. Давай начнем с этого. Спокойненько возьми. Берешь вот как в кендо. Выставился ровно. И делаешь движение. Пупку назад. Пупку назад. Пупку назад. Потом поменял хват, потому что по-разному реагируют плечевые суставы. Работай. Да, выше руку и вниз. Не клюй головой. Вот, отлично. Много не надо. Чувствуешь, как руки горят? Оно? Интересно. Вот. Мне казалось, после статики уже у меня ничего не будет, как бы, ну, цеплять. Здорово. Цеплять, да. Так, хорошо. Мы продолжаем разминочку для хвата. Я сторонник чего? Что тренировать сам по себе хват — дело, ну, чреватое. Скажем так, мы сначала должны прогреть все тело. Вот мы повисели, поработали булавами. И сейчас я немножечко возьму бревно. Я делаю там достаточно большой комплекс. Но вот должно включиться все тело. Это как, ну, по старой школе еще говорят, вот ребята взрослые моего поколения, постарше, что любая хорошая тренировка там в зале начинается с приседаний, да? То есть включить все тело. Для хвата тоже очень важно, чтобы все тело включилось. Хват — это, ну, такая история, не только руки. Хват — это все тело, поэтому мы берем. Смотри, у меня три бревна, я тебе покажу сейчас. Оцени, ты их по заказу делал, оцени бревнышки. Давай, а? Просто песня. Вот, это 5 килограммов, это этим я жонглирую. Вот оно жонглируется, всякие там вещи делаются, вращения. Кистевые, не кистевые, это они, оно очень такое. Это чуть потяжелее уже. А вот чуть тяжелее. А то уже такое немножечко, скажем так, диковатое. Но даже немножко неправильной формы. Вот как противник. То есть с ним уже можно там. Давай, бери это бревно. Бери. И вот мы тихонько плечом вот сюда. Раз. Прям выкидываешь с плеча. На плечо выкинули. Вытянули. Как будто обкатываешь. Потом упираешься в него и ногой пытаешься сдвинуть. Прям сдвигаешься. Упираешься и прям сдвигаешься. Теперь отсюда ногой. Такое статическое усилие. Статику. Падение. И ты смотри, мы взяли его руку и поперекидывали. Ровненько стоим. Оно должно вращаться за счет вращения. Постарайся его поймать. Вот. Да, можно второй ручкой себе помогать. Хорошо. Так ладненько не идет. Ну, ну погоди, это все, всему свое время. Давай я тебе покажу, я могу этим сделать, но не важно. Давай мы возьмем, сейчас попробуешь сделать следующее упражнение. Вот оно очень важно для поясницы. То есть мы сюда взяли и вот растянулись. И растянули. И растянули поясницу, видишь? Вот прям растягиваешь ее туда. Ну, потом можно вот таким вот образом вращение сделать и растянули. Вращение сделать, бревно должно постоянно касаться тела. Вот, потянулся. Давай. Попробуй тихонечко, пока просто. Такие круговые движения. Раз, инерцию, давай, давай ему инерцию. Вот. Вот, да, хорошо. Ага, сквозь. Да, да. Чуть-чуть хрустнул. Чуть-чуть, ну, подтянись, тянись, оно тебе помогает, это твой помощник. Вот бревнышко, да. Да, чуть-чуть я забыл. И крутанул. Ничего страшного, это же, ну, ты что, думаешь, что я стал? Я по башке сколько раз сидел. Да, в другую сторону запусти чуть-чуть инерцию. Да. Хорошо, слушайте, спина. Правильно? Прям. А тут есть пропустила. Еще. Да, а есть еще момент, потому что он тебя дотягивает. Это твой партнер. А я еще делаю, смотрите, я делаю шагами. То есть ты раз, два, три. Раз, два, три. Потом. Когда ты вращаешься, ты начинаешь ходить. Вот себе. Попробуй. Ну, давай, там дальше уже все сложные, эти перехваты достаточно идут. Возьми просто, вот оно достаточно толстое. Еще вот у нас просто вот тип. Подержи его в ручке, под пальчики, и мы двигаемся в другой зал. Такая, да?
Кажется, вроде все просто. Да. А теперь подними перед собой чуть-чуть. Да. Вот. Вот. Вот, да, да, да. Большой палец, все правильно. Все правильно. Ну, братцы, на самом деле с бревном комплекс достаточно большой, тоже серьезный. Показывать не буду. Не хочу. Мы двигаемся дальше, мы размялись. Вот. Так что кайф. Смотрим дальше. Мы решили продолжить съемку. Просто задал вопрос, Толя, не спеши. Толя задал вопрос, а что это у тебя за тренажер? Я ему объяснил, он на свою голову это задал вопрос. Ну что, поехали, давай. Так, встаем изначально, значит, повыше. Да, все. Раз. Да-да-да-да. Не рискуй. Упадешь на землю, 200 отжиманий. Не рискуй. И ходи вверх. Ты помнишь, куда идти дальше. Понял. Не рискуй. Любым способом пошли. Давай-давай, руки, ноги, все включается. Да-да-да-да. Да. Пошел. Форточник. Давай, головой вперед. Не, через верхний пошел, через верхний. Сверху вниз. Да, сверху. Вниз на меня. А теперь головой заходи вниз. Не ногами, а головой. Головой заходи сюда, да. Давай, давай. Чувствуешь, как спинка трудится? Да. Ну и в принципе, братцы, чтобы вы понимали, тут вариантов прохождения вот этого тренажера, его бесконечный, ты понимаешь, да? Это все вверх, и пояса висят на поясах, пробалтываешься туда, и вот там, вот видишь, в углу уже мы доходим по верху. Мы дошли по верху, вот по подвесочкам, и сюда дошли, и тут дальше тренажеры уже другие. Как они? Братцы, мы в основном в моем силовом зале. Мы размялись уже хорошо, только с тобой, так что тебя не видели. Первое упражнение, которое я обычно делаю, это колодец, коловорот. У меня, видишь, здесь Аполлон-аксель есть. Аполлон-аксель, я его швартую, чтобы он не мешал. Я его оттаскиваю вот так. И вот мы делаем этот, я поднимаю его, один подход, это на себя и от себя. Висит он сколько? 32 килограмма. 32 килограмма. Слушай, мы хорошо размялись, а давай мы сейчас попробуем одну вещь сделать. Попробуем сделать одну вещь. У меня есть полтинничек. О, вот полтинничек. Поскольку мы размяли, то что руки убьются, попробуйте его хотя бы приподнять от... Очень интересно. Давай попробуем. Попробуем. Я не понимал ни разу. Мне Витя Блуд в последний раз запозорил. Мне так стыдно стало. Ну что я делаю? Давай попробуем. Смотри, что оторвал. Есть отрыв. Есть отрыв. Витя! Я это сделал. И левой. И левой. Есть отрыв. Есть. Теперь ты. Давай. Очень-очень-очень интересно. Очень. Молодцы. Наши аплодисменты. А вот левая уже похуже. Ну правая ты просто монстр. Левая у меня что-то буксует. Давай я еще раз попробую встать хотя бы на подушку. Пусть тут скажут, тут ты фраер дешевый. Правая очень хороший контроль. Нет, не могу. Все уже хорошо бы сейчас сделал. Нет, все хорошо. Ну, нормально. Для пенсионера сойдет. Поехали. Смотри, все убираем. Убираем. И пошли коловорот. Все. Ровненько стоишь. На себя. И сразу от себя. Потому что от себя вращение уже никогда не лезу на этот тренажер без разминки, потому что кисть отлетает. Гранитовой смазочкой смазал, видишь, как я его прижму? Да, интересно. Ну, давай. На, попробуй. Вообще кайф. Давай. Кайфец. Ну, остановлюсь в одну сторону. Давай, как скажешь. Тут не надо никого удивлять. На самом деле, да. Попробуй, значит, что еще делаю. Обязательно надеваю пояс. И со шпинтов, без всяких, просто на удержание.
Тут небольшой некритичный вес совершенно, но сорваться нужно очень сильно. Просто подержать для кистей. Опять же, какое количество подходов, я говорю, да я не считаю. Один сделаю, два вообще не сделаю, какая разница. Под настроение. Главное, чтобы живой был. Вот встал все спокойненько. Вот туда. Выставились, взяли. И стоим, пока не посинеем. То есть просто важно самоудержание. Не количество, потому что мы же не к тяге готовимся, да. А важно удерживающий хват. То есть хват на пояс, накинь, порядок. О, хорошо. Вещи. Так, вставай, Саша, в кайф. Хват комфортный, да? Да, естественно. Теперь ширина хвата, все. Главное постоять, подержать, вот, почувствовать его ровненько. Чувствуешь, как ручки сейчас, да, там? Живут, да, очень хорошо. Да, что, прям, вот это прям, надо ни в коем случае не лезу, вот никогда нету. А сколько подходов, а сколько раз, а сколько секунд, и, да хрен его знает. Бывает, я захожу и понимаю, что я сегодня ее вообще брать не хочу. А бывает, сделаю, ну, не больше 5 подходов точно. Вот это мне в свое время Миша Кокляев сказал, делай 5 по 5, больше. Вот я, вес здесь, какой тут вес, полтинник. Это 120, но широкий, это Аполлоновский. Вот, можно еще там по разу, как бы, но мы сегодня двигаемся дальше. Давай, подержи, пожалуйста, пояс. Сейчас мы, видишь, как я тут придумал, чтобы швартовалась штанга. Не болталась, не мешала. Значит, мы идем, вот, видишь, самозатягивающийся узлом. Что мы делаем дальше? Дальше у нас есть вот такая вот история, опять же, для вращений. Попробуй. Вот просто кистью поработай на себя. Вот раз вот тут на большой палец хорошая нагрузка. Я левый травмирован. Да, ну, ты работай, где комфорт. Не смог. Вот, в удовольствие просто. Аккуратненько попробуй. Если ты травмирован, то ты говоришь, левый, что рука, тебе нафиг не надо. Встань так, что палец. Чувствуешь, как палец грузится хорошо, да? Надо еще четко взяться. Да. Тут куча нюансов. Вообще, это прям для рестлинга тема. Классная, да? Вообще. Вот, потом есть... Соответственно, вот это молоточек, на него тут можно уже сколько угодно, тоже что мы делали, это раньше до клапс, господи, чем мы внизу работали, это уже пенсия, до булав, на английском языке словно, на русском, до булав я работал вот этой штукой, видишь, она тоже дает свои ощущения, попробуй, аккуратно. Да? Свои хорошие. Хорошо. Надо смотреть, только там, где травмированные, не работает. И потом смотри, что я еще делаю. Значит, вот у нас есть... Давай мы повесим пояс на место. Вот. Пояс на место. И я очень люблю работать. Вот есть прекрасная меня родная айронмандовская гантель. Широкая, видишь? Я вот очень люблю чуть-чуть убрать. Сначала ты идешь вот просто. Все в зале это делали упражнение, я его очень люблю. Вот. Поделал там сколько иду, столько иду. Вот. И потом прямо с этого подхода я пытаюсь. Я поделал и сразу выхожу на удержание. Подержал немного. И отсюда. Я не знаю тоже. Ну, вес как вес можно. Попробуй. Ну так, чтобы аккуратненько. Эх, хорошо. Ну, подруги это. Ну, какая тяжелая прикуя. Недооценил ее. Ага. Это кажется, что все так бодро. Да, плывет кисти и кисти, и это... Не-не-не-не, тут ничего простого нет. Все хорошо. Теперь давайте пойдем дальше. У нас, видите, конус. Вот конус. И вот за конус просто удержание на время. То есть взяли, подняли. Держишь его, пока не созреешь. Подержал одну руку. Подержал другой рукой. Ну так бодро, конечно, конус.
попробуй одну из таких. И потом эти десерты поставишь. Попробуй. Хорошо, так буду. Разверни свой камеру. Блин, тут сам бонус весит уже. Ничего такого. Вот. Такой он интересный. Интересная история. Там еще одна гантель, видишь, еще шире. Это вот я когда уже. Вот дай ее сюда. Толкни меня, пожалуйста. Брат. Она, смотрите, братцы. Тут у меня расширитель стоит, он еще шире, чем эта ручка. Если я прям чувствую, что у меня день пошел, ну нет, ну все хорошо. То еще подходит к бомбану на ней. Тут уже совсем бодро. Тут она прям кисть, прям такая, такая прям шибко бодрая, потому что она шире. Уже пальцы устали. Ох ты, под глаза попал. Хорошо идем. Низко. Видать, дождю. Так, все, надо вот, погоди. Так. И точно так же, если здоровье позволяет в этот день проведение. Но главное, как вам сказать, главное работать по самочувствию. Не надо удивлять никого вообще. То есть вот. Мы идем, потому что еще предстоит впереди дофига, ребят. Это вот такую тренировку, то, что мы сегодня делаем с Анатолием, я делаю раз в неделю. Вот. Да, чтобы восстановиться. Да, ты не восстановишься. Есть еще другие там похватовые, но мы сегодня все рассказывать не будем. Но такая тренировка раз в неделю. Мы сейчас продолжаем двигаться. И сюда, опа. Хорошо. Так, выходи оттуда. И сегодня на десерт. Это уже не хватовая, я не делаю. Доставай, доставай. Две гири я подарил Вите Буду. Я подарил ему 60 и 70 килограммов. Я был поражен, когда Витя с травмированной правой рукой зимой снег, гололед, Витя в шлепках взваливает на левую руку 70 килограммов, вот так, ну как я девушку по руку положу, и пошел. И он ее унес один, 70 килограммов. У Вити самого веса, наверное, 80 с чем-то, да? Ну сейчас набрал он вроде 95. Ну может, ну не важно. Где-то примерно мы эти. Это он взял и свой вес потащил, причем бодро потащил. Я говорю, Витя, может потом, я говорю, ты еще передумаешь, Николай, все, я его ношу. Ну что, полтос. Гиря, именуемая Гиря-Валюка. Гиря-Валюка. Очень необычный, первый раз такой вижу, мне прям очень хотелось его попробовать. Ты аккуратно, только я тебе говорю, что она, я предупреждаю, не все предупреждают. Ага. Будет жесточайшее усиливать сюда, под нами связку. Я понял. Жесточайшее, то есть она выкручивает руку, поэтому очень аккуратно подай на грудь, почувствуй. Я попробую, да. Да, почувствуй, где она у тебя находится, не спеши с ней. Она такая, мы размялись хорошо, все. Да, есть у тебя? У меня. Все, смазаны руки, все отлично, спокойно, двумя руками подавай. Все? Ну так, аккуратненько попробовал. Прекрасно, больше не надо. К ней надо привыкать. Я тебе скажу, знаешь, вот я для тренировок делал просто подачу на грудь, 3-4 раза ее подавал. Вот сюда, я сказал. Ну такая, как бы она не прям там зверская, но. Это, вставай сюда, чтобы тебя камера видела, потому что я тебя прикрываю. Ага. Она очень обманчивая. То есть. Это кажется, мы сейчас хорошо размяли, все. Я получил на ней пару травм, она кисть дает невероятную, конечно. Кисть она дает невероятную, это очень обманчивая простота. А вот уже 60 это ад, а 70 я вообще не понимаю. То есть, понимаете, я ни разу, я на грудь брал, но он не жал ни разу. Поэтому, ну что, я тебя поздравляю. Спасибо. Красавица. Братцы, мы двигаемся дальше. Давайте я вам сейчас, не выключая, покажу немножко зал. Люди просят показать Николаевич, покажи, как там, что у тебя устроено. Может быть, что-то для себя еще, давайте мы глянем. Вот гантельки, цепи. Много здесь снарядов. Не все мы сегодня использовали с Анатолием. Вот. Толя, положи гирю на место. Я уже вижу, ты ее подрезать решил, что в находку утащить. Все, давай ставь на место. Где взял, там положил. Все, у нас же правило простое. Вот так вот, братцы, вот такой вот зальчик. Маленький, удаленький, комфортный. Все, мы тренируемся дальше. Не покидайте нас. Пробуй, аккуратно очень.
Гениально, братцы, на попа. Есть. Вы тоже это видели? Сергей, вы тоже? Сергей Николаевич, это... я, блядь, заплелся. Можно ну, я еще раз попробую? Давай, поехали. Сейчас, подождите. Подождите. Друзья, стой, не спеши. Друзья, вот Гиря Бадюка знаменитая. Вот, две улики блуда, одна у меня дома. Все, Толя Долецкий. Попытка пожать на попа. Второй подход. Все? Браво ты. Ну, чуть-чуть нужно было. Нет, что? Что на моя, кому не нравится, попробуйте сами, ребят. Ни один человек этого не делал ни до, я не знаю. Ну, кто-то сделает, наверное, после. Но браво, брат, поздравляю. Но мы тренировку продолжаем. Все. Так, братцы, значит, продолжаем тренировку, мы уже внутри моей квартиры. Вот такой вот турник, это дожигаем руки. Мы висим на всех этих снарядах, то есть идем вниз, пошли. Взял, ножки оторвал. Хорошо, давай следующий, да, это вращающийся. А, да не посложнее было. Когда на роллингах, как на роллингах висишь. А, да. Хорошо, взялся, да. Более комфортные, эти чуть пошире. Да, и потом аккуратно спрыгивай. И на пальцы, я так понял. Пальчики в самом конце. Ага. В самом конце давай возьми за кимоно. Это отвороты кимоно. И терпи, пока вот полностью пальцы не разожмутся. Не уже. Нет, давай, ты неправильно взял. Давай я сейчас покажу. Смотри, важно, не выключай камеру. Смотри, ты взял снаружи, вот видишь, вот ты взял. Ага. А взять надо вот так, как ты берешь за отворот. А-а-а. Чтобы пальцы, это другой хват. Он тренируется, это не сжимающий, не удерживающий хват, а ну вот борцовский такой. Ты вот борцовский. Туда запустил, да? Вот туда, это очень тяжело. Вот ты видишь, просто на кулаках. Это очень тяжело, я уже вижу. А, блядь, попробуй. Я. Или вот, я так чуть-чуть помлегче. Вот смотри, вот я запускаю туда. Видишь? Хорошо. Ну так полегче. Ну да. Прям, попробуй. Ну это прям очень жесткая история. Вот снизу возьми так, как я брал. Вот так, да? Да, просто взял за пальцы. Вонзил пальцы. Постарайся хоть секунду, да? Это неприятно. Это пиздец как неприятно. Ну, это ты понимаешь, да, вот что? А теперь вонзи сбоку, боковой вонзал, вот это сделал. Вот так. Да, пальцы прям вонзи туда. Не сверху, запускай пальцы вот. Вот так. Видишь? Вот так. Да. Запустил кимоно. Чуть полегче, но тоже пипец как жестко. Хорошо. Ну что, будем добивать? Пальцы. Ладно, поведу в самую секретную комнату. Пошли. Ну все, братцы, вот. Последняя точка. Святая. Да. Значит, заканчиваем чем? Заканчиваем. Есть два отличных тренажера, которые вот там пруд, внутри пруток. И вот так руки дожигаем уже. Вот я что-то, по-моему, Дениса Цыпленкова видел. Ну, это ребята из Сибири мне подарили. Вот, офигенный. Просто вот делаешь. Уже нашим рукам сейчас очень хорошо, мы уже фигачим почти час. Да, все. Видео это все не умещается. Так, попробуй. Давай, вставай поближе. Чтобы потерпим. Вот. И, ага. Давай. Раз. И к себе. Не. Так и я могу. Туда и обратно. Туда и обратно. Давай, не халять. Опять нагрузка на большой палец. Давай. Вот. Сжимай. Горит? Караул, да? Нагрузка идет опять на большие пальцы везде. Ну это хорошо. Это хорошо. Меня и в руки поменял местами. Что это за механизм такой интересный? А какая разница? Фальшу нагрузка есть. Нагрузка есть. Так, ложи на место. Пошли дальше. Теперь вот взял. И пошли влево. Тут уже совсем взрослая нагрузка, руки уже устали. Там тоже пруток внутри. Что такое? Ну это вам не на брусьях флажки держать, тут руки надо иметь. Я понял. Да? Не просто? Вообще не просто. Вот смотри, на пенсионера. Видите, братцы, специализация везде играет роль. Так,
Ну, уже прям мы бодрые. Теперь смотри, в конце. Это моя. Флажок. Да, флажок. То есть, раз. И вывел. И да. И опускаешь. Подержал. И опустил. Сюда. Вывел. Задача кисть не проводить. Да, да, да. Я, как называется, молотобоец. Я встал, вывел тихонько. И опускаешь. Вывел. И опускаешь. Вывел. Корпус стабильный, ничего не играет. Понимаешь, да? Очень важно вот держать стабильный корпус. Вывел. И опусти. Мягко. Вывел. Ах, блин. И опусти. Нежненько. Вставай по центру. Встань стабильненько, ровно. Давай, работай. И опускаешь. Самое главное, ровненько, чтобы тебя не перекособочило. Правая как бы хорошо контролирует. Но здесь проваливается, конечно. Ну да, много не надо. Сделай один раз, если травмирована рука, то есть не дорывай. Тут тебе задача рвануть руку. Саму суть улавливаешь упражнение, понимаешь, да? Очень важно стабильно держать корпус, чтобы тебя не косило. Чтобы ты стоял ровный, как литой, как памятник. Вот, хорошо, достаточно. Теперь... То же самое кино, только уже для взрослых пацанов. Соответственно, рычаг уменьшаешь. Но вес добавляешь. Ну да, все, и пошли. Опа. Ну, подал. И сюда. Подал. Слышишь, да? Слышу. Это больно? Да. О, хорошо. Не будем перегружать. Паразику тоже уже хорошо. Уже хорошо. И нежно. Достаточно. И на вторую руку. Очень прям. Ну, кисть проваливается у меня прям, я чувствую. Не чувствую. Подавай наверх, закидывай, закидывай, закидывай. Не надо. Дай немножечко читинги. Ваша задача не здоровье уровень, да? А и пошел. Отлично. Все, ставим на место. И, братцы, в конце, честно говоря, я делаю еще одно упражнение. Это я ломаю два гвоздичка для двухсотки. Вот, ну, у нас уже тайминг программы поджимает. Вот последнее упражнение, ядро 5 килограммов. И вот упражнение, которая просто вот заканчивает тренировку, чтобы вы расслабили кисть, да. Пальчики. Заминка. Заминочка, да. Но это уже после двух гвоздичков. Два гвоздичка сломали, вот, поделали. Попробую это отдельно, кайфно. Пальчики зажимай. Встаньте. Прям чувствуешь, да, вот прям кисть свободно. Да. Она вытягивает связочки, расслабляет, тоже. Да, снимает напряжение, потому что тренировка была достаточно сложная, тяжелая. Ну что, братцы, я хочу от своего имени, от вашего поблагодарить Толю, что он прилетел с находки. Мы вместе офигительно потренировались. Спасибо. Спасибо вам за ваше внимание. Будьте сильными, берегите себя. Не болейте. Самое главное. Да.